Привет, друзья! Нас ждет страшное видео с распилкой бака, но, надеюсь, никто не пострадает. Это такая необычная машина, которая мне попала в руки, называется IKEA EVM60 со словом Rendling. Что это значит по-шведски, я не знаю, но знаю, что это на самом деле продукция концерна Zanussi Electrolux, хотя и называется IKEA. Ее хитрость в том, что здесь не разборный бак, он клееный. И, видимо, хозяин, который мне подарил эту машину, когда узнал, сколько стоит новый бак, он просто решил от нее избавиться. Новый бак сейчас я посмотрел 23 тысячи с копейками. Это вот лето 2020 года. В общем-то, такие цены. Впервые вижу такую машину. Она встраиваемая. И попробую, в общем-то, снять бак, распилить, посмотреть, можно ли его пилить, в отличие от других машин. Баков я пилил, наверное, штук 15, не больше. Вот, и такой мне попал на самом деле еще в руки впервые. Ну что же, попробуем, начнем работать. Предварительный осмотр показал, что электронная часть машины работает, проблема только с подшипниками. Здесь они почти заклинены. Прямо слышно, да, с каким хрустом вращается барабан. И вот такой люфт. Люфт просто мощнейший. Я надеюсь очень сильно, что втулка выжила. Первым делом снимаем порожкоприемник. Надо нажать на эту кнопку, чтобы его достать. Вот он такой длинный-длинный, необычно даже. Начинаю откручивать переднюю панель. Здесь она вот на таких болтах сверху. Единственное, что меня расстраивает, то, что я не могу фоном слушать музыку во время съемок, потому что YouTube меня моментально забанит за нарушение авторских прав. Но хорошо, буду работать в тишине. Снять переднюю панель здесь очень непросто, пришлось помучиться. Откручивается вот это сначала верхнее, откручивается порожкоприемник. И лишь после этого панель снимается вверх по направляющим. И, как обычно, здесь куча ржавчины, которая меня преследует, так что пойду мыть. На модуле управления надпись Electrolux EVM1100N. Судя по наклейке, год выпуска 14-й. На всякий случай сниму наклейку покрупнее, может быть, когда-то кому-то это пригодится. Друзья, я должен принести извинения. Это дата выпуска этой машины, которая обозначена на обратной стороне лицевой панели. 19 ноября 2019 года. Сегодня 1 июля 2020. То есть машина отработала 8 месяцев, и подшипники просто превратились в хлам. Это к вопросу о качестве современных машин. Если машина отработала всего лишь 8 месяцев до того, как подшипники превратились в хлам, наверняка речь идет о запланированном устаревании. И есть такой хороший документальный фильм, который сняли испанские документалисты, называется он «Эффект лампочки». Ссылку на него я дам под этим роликом. И если кто еще не посмотрел, посмотрите, потому что очень интересный фильм. Заднюю крышку я открыл, здесь все было в потеках ржавчины, я это все отмыл. И вот видно, какой люфт. То есть там все внутри уничтожено. За 8 месяцев. Зато ТЭН я проверил. ТЭН живой, сопротивление 30 Ом. И на корпус ничего не прибивает. Двигатель пока вроде так визуально тоже нормальный. Чтобы снять бак, надо снять все лишнее. Поэтому я сейчас откручу этот патрубок. И сниму его. Вот так. Тут немножко грязи. Даже откуда-то проволока. Похоже, это от бюстгальтера. Дальше нам надо отключить всю электрику от бака. Поэтому нужно отрезать хомутик. Главное не перерезать провода. Так. Готово. Так, снимаем клеммы. Термодатчик. Заземление. Ну что, настала пора снимать бак. Я все отсоединил и попробую сейчас снять пружины. Так, одна есть. Убираю в сторону и снимаю вторую. Они в какой-то странной белой смазке. Да, надо было положить, так было бы удобнее.
Готово. Тоже убираю. Все, и аккуратно достаю бак. Вот он какой огромный. С баком удобнее всего работать на покрышке, но покрышки у меня отдельно нет, есть только колеса в сборе, которые лежат на балконе, поэтому я использую одно из них. Это гораздо удобнее, так не царапается пол, его не повредишь. Ну и бак пилить тоже, кстати, удобнее на покрышке. Так, а тут у нас саморезы на 8, надо снять мотор, чтобы он не мешался. Главное не уронить. Оп. Поймал. Все, мотор снял. Так, сниму ТЭН, если получится, чтобы он не мешался при распилке бака. Вроде пошел. ТЭН в хорошем состоянии, даже не сгнивший. А то, что тут немножко есть накипь, это мелочи. Болт здесь на 17, а у меня не было такой торцевой головки. Пришлось сходить в магазин автозапчастей, купить вороток на 1/2 дюйма и головку. И как оказалось, болт очень легко стронулся. Так что сейчас я его сниму. У Ханза, например, эти болты на 18. А еще бывает иногда левая резьба. Поэтому попробуй угадай. Ну а сейчас настала пора самой ответственной и аккуратной работы. Нужно маркером поставить точки, где у меня будут винты. Соединять я буду не шурупами, а винтами М4 для надежности. Бортик на этом баке маловат, но я надеюсь, что все будет нормально. Обычно у меня уходит от 17 до 20 винтов на весь бак. Надеюсь, что здесь будет примерно столько же. Я их уже заранее купил, и гайки я использую с капроновой вставкой, самоконтрящиеся, чтобы, не дай бог, во время вибрации они не открутились. Но, к сожалению, не все пошло так, как я задумал. Прошло пара дней с момента съемки предыдущего кадра. Дело в том, что пришлось мне этот бак отдать мастеру на пайку, потому что я не стал его пилить, иначе бы я его испортил. Почему? Потому что, вот смотрите, он здесь сложного профиля очень. Вот это место, например, распилить, конечно, можно. И можно по бокам даже вот винты сюда поставить. Но вот эту часть соединить винтами никак нельзя. Она большая достаточно. Поэтому здесь от вибрации со временем пойдет вода. Герметик нас не спасет. Вот. А пилить баки я, конечно, умею, но паять еще не пробовал. Поэтому вот я дал человеку, который его спаял. И покажу еще одно место, где тоже сложный профиль, где я столкнулся бы с проблемой. Вот это место. Здесь проблема в чем? Распилить, конечно, можно, но как потом соединять это место винтами? Можно, конечно, вот в верхней части просверлить отверстие и длинными-длинными винтами М4, длиной, наверное, 4 сантиметра, попробую соединить. Но проблема будет вот в этом ухе. Здесь, возможно, и вот так стянет, что даже амортизатор туда ставить будет невозможно по ширине. Поэтому уж получилось так, что я отдал его мастеру на замену подшипников. И вот что получилось. Вот такой аккуратный шов. Все очень красиво, все аккуратно. И я хотел бы спросить опытных мастеров, кто занимается пайкой бака, что вы можете посоветовать, можно написать в комментариях к видеофайлу. Во-первых, какой купить фен, может быть, есть ссылка на термофен. Второе, какое подавать устройство для подачи пластиковых прутков, какой можно из них купить. В Леруа Мерлен или в Аби, например. Я знаю, что бывает, допустим, 3 типа пластиковых прутков. Какие-то из них не прилипают к пластмассе, легко отваливаются, а какие-то прямо вот то, что надо. И как звучит маркировка тех пластиковых прутков, которые сюда подходят. Буду вам очень благодарен. Ну и думаю, что в будущем потренируюсь уже сам на каких-нибудь баках, если будет такая возможность. Ну а пока воспользуюсь работой мастера. Зовут его Андрей, надеюсь, что сделал он очень хорошо. И даже он сделал такое клеймо, сейчас я его тоже покажу. Вот такое личное клеймо Андрей оставляет на каждом сделанном баке. И тут же пишет, какие стоят подшипники и сальники. Ну, для истории скажу, что в этом баке на машине IKEA EVM60 стоят 204-205 подшипники и сальник 30, 52, 8,5, 10,5. Ну, а вот что осталось от старых подшипников.
Судя по всему, внутренняя обойма застряла на штоке крестовины, ее пришлось спиливать Андрею с помощью болгарки. Хотя я бы, конечно, снял съемником, ну, кому как больше нравится. Шарики тут расколоты пополам, как горох. Подшипник маленький, 204-й вообще не крутится даже. В общем, все было очень печально. Ну, технологию пайки мне еще предстоит освоить. Все, что пока у меня есть, обычный паяльник, которым я иногда пользуюсь для пайки проводов. Стандартный российский паяльник на 25 ватт. Я им спаивал некоторые дыры в пластиковых баках, раньше такое бывало, но чтобы прямо целиком отрезать часть бака и спаивать обычным паяльником, я такого еще не делал. И боюсь, что это не тот инструмент, который нужен. И будет вода просто сифонить через какие-то микроотверстия. Поэтому буду благодарен за любую помощь, которую вы сможете мне посоветовать, что, как поступить. Вот. И буду вам очень сильно благодарен за это. И еще один вопрос, пока не забыл. Чем лучше всего пилить? На мой взгляд, проще всего распилить дремелем, ну, из моих домашних условий. Но, может быть, кто-то пилит другим способом. Или болгаркой, или вручную полотном от ножовки по металлу. Ну, в общем, чем лучше пилить? И чем лучше вот потом заглаживать таким способом? В общем, кто как делает. Тен я немножко почистил. Сейчас его поставим аккуратно туда. Всегда проблематично его запихнуть обратно. Так, ну вроде все готово. Теперь можно вставить до конца датчик и затянуть. На этом тене гайка на 10. Теперь осталось надеть манжету, поставить ее на место. Вот так вот ручками, шаг за шагом. Подошла очередь поставить мотор на место. Щетки почти совсем не изношены. Машине всего лишь 8 месяцев и работала она очень мало. Меня снова ждут окрасочные работы. Панель оказалась вот такой подзаржавевшей, меньше чем за год. Так что сейчас снова зачищу и загрунтую. Ну вот так очистил панель вручную, шкуркой. Сейчас загрунтую и потом попробую покрасить. Нанес черную грунтовку. Сейчас она подсохнет. И от ржавчины я уже таким образом защитил панель. Так, бак поставил на место. Надо поставить противовес. Очень аккуратно, потому что здесь у него трещина. В этом месте он сломан. Надеюсь, он у меня не расколется в руках. Ну что же, осталось поставить переднюю панель. Но скажу, что меня смущает. Все-таки противовес висит на передней части бака, именно на той, которая у нас припаяна. То есть вся силовая нагрузка сейчас держится на пайке. И, честно говоря, я боюсь, что в какой-то момент вибрации, в момент стирки, это просто отвалится. Вот есть у меня такой страх. Ну, мастера, которые занимаются пайкой баков, скажите, что вы думаете, выдержит пайка или нет? Ну что ж, машинку я собрал. Сейчас надо будет проверить, подключив ее к воде. Была одна еще маленькая проблема в том, что барабан прокручивался с трудом. Были подшипники перетянутые, они очень сильно грелись. Сейчас я немножко ослабил винт под шкивом. Вроде стало хорошо. Ну, осталось подключить и проверить. Ну что, поехали на кухню, проверим, как она с водой. Все, пошла стирка, машина работает. В общем-то, все, работа закончена. Конечно, жаль, что в этот раз сам не смог разобраться с баком, но надеюсь, что смогу в будущем. Ну и спасибо всем за просмотр.